Фармацевтические компании утверждают, что высокие цены необходимы для разработок новых лекарств в будущем. И якобы невозможно обеспечить справедливый доступ к новым методам лечения абсолютно всех пациентов. Вследствие чего страдают люди, как правило, со средним доходом. Но действительно ли оправдана поставленная цена лечения? Будет ли так всегда и существуют ли другие варианты решения проблемы? Ответы на эти вопросы уже есть. Посетивший Казань профессор Хойгерзайл готов представить практические рекомендации в решении данного вопроса. В программе посещения города особое место занял визит в Казанский федеральный университет. Мне известно, что уже несколько лет Казанский университет имеет статус федерального вуза. Я вижу, что за счет этого университет имеет хорошие преимущества для развития образования и науки. Здесь можно легко убедиться, насколько хорошо могут сочетаться и дополнять друг друга традиционная теория с использованием последних технологий и методик обучения. Большую часть дня профессор Хойгерзайл посвятил экскурсиям по КФУ. Он узнал для себя новые подробности из истории Казанского университета, о жизни известных выпускников вуза, познакомился с научными проектами, которые взяли свое начало именно здесь. А после профессору открылись двери в симуляционный центр КФУ. Как признался сам профессор, находясь здесь, невозможно остаться равнодушным. И, что ни говори, начинающим медикам крупно повезло. Ежедневно им представляется возможность прикасаться к тому, что дано увидеть далеко не каждому. Так что тут без лишних слов понятно, кто уже совсем скоро встанет у руля науки. Адель Шемилова, Владислав Михневский, Универньюз.